настолько психологически больным человеком, да, вот, который там берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!» Ты чё, ну, ты как, у тебя есть мозги вообще, как бы, что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать. Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделал для того, чтобы он тебя ударил? Женщине нужно просто выбирать такого мужчину. Ну вот, а что сделать? Себе по психотипу и не терпеть, не быть терпилой. Мама! Да, сыночек. Некоторые из них первым пунктом стоит в психологических исследованиях: женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой. И впоследствии, знаешь, когда происходит какой-то момент такой физического насилия, на утро она встает и становится спасительницей. Против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе. Возможно, во мне говорят мои детские страхи. Возможно, я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать о том, что когда-то со мной произошло. Возможно, я не хочу выглядеть жалкой. Поэтому я очень прошу вас конструктивно высказаться под этим постом. Также сказать мне, чем я могу быть полезна в данной ситуации. И это не какие-то там маргинальные женщины, не какой-то там алкоголь, не какие-то, которые сами терпят, сами виноваты. А вот, если со мной это произойдет, я приду в полицию, мне скажут, это твои проблемы, а потом его амнистируют в честь победы в Великой Отечественной войне. Им интересно, я как, ой, какой милый папочка. Они не воспринимают меня как серьезного какого-то мужика, который может что-то грубое сказать, который может свое мнение. Они ждут от меня только мимишности, я люблю свою жену, люблю ребенка. И... А почему, вот скажи, а вот подожди, что я тебе... А почему ты меня перебиваешь? Ты пиздишь, ты в час целый сидишь, я начал говорить, ты все что перебиваешь. Вот как так, вот что это? Говори, говори. А ты сбил уже мысль.